Внимание, судья при участниках вывести спортсменов пятой смены. Встречайте, группа сильнейших, весовая категория 85+. На первый помост приглашается мастер спорта международного класса Черкашин Иван, Томская область. На второй мастер спорта международного класса Шевелев Дмитрий, Новосибирская область, Алтайский край. На третий помост приглашается мастер спорта международного класса Кулаков Иван, Рязанская область. На четвертый помост мастер спорта международного класса Сергей Балабанов, Ростовская область. На пятый помост приглашается заслуженный мастер спорта Владимир Гуров, Калужская область. И на шестой кандидат мастера спорта Черков Леонид, Калужская область. Внимание, дается контрольный отсчет времени. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Представляю участников. На первом помосте выступает мастер спорта международного класса Черкашин Иван, Томская область. Спортсмен 1999 года рождения. Собственный вес участника 93 килограмма 50 граммов. Иван тренируется под руководством Алексея Борисовича Ажармачева и Николая Тимофеева. Иван является победителем первенства мира 2019, 2020 и 2021 годов среди юниоров. Лучший заявленный результат спортсмена в толчке по длинному циклу – 86 подъемов. На втором помосте выступает мастер спорта международного класса Шевелев Дмитрий, Новосибирская область. Спортсмен 1989 года рождения, собственный вес 113 килограммов 150 граммов. Дмитрий тренируется под руководством Андрея Витальевича Рябченко и Александра Анатольевича Бутенко. Спортсмен является победителем чемпионата Северного Уральского и Дальнего Федерального округа 2022 года. Лучший заявленный результат в толчке по длинному циклу – 87 подъемов. На третьем помосте выступает мастер спорта международного класса Кулаков Иван, Рязанская область. Спортсмен 1998 года рождения, собственный вес 94 килограмма 250 граммов. Иван тренируется под руководством Игоря Шматова. Спортсмен является победителем чемпионата мира, чемпионата Европы 2021 года, а также серебряным призером чемпионата России 2021 года. Лучший заявленный результат в толчке по длинному циклу – 99 подъемов. На четвертом помосте выступает мастер спорта международного класса Балабанов Сергей, Ростовская область. Спортсмен 1996 года рождения, собственный вес 105 килограммов 750 граммов.
Сергей тренируется под руководством Игоря Пастухова, Александра Фоменко и Сергея Потапова. Лучший заявленный результат – 88 подъемов. Сергей является 6-кратным чемпионом России и 7-кратным чемпионом мира. На пятом помосте выступает заслуженный мастер спорта России Владимир Гуров, Калужская область. Спортсмен 1978 года рождения, собственный вес 94 килограмма 950 граммов. Владимир тренируется под руководством Михаила Александровича Трофимова. Спортсмен является многократным победителем чемпионатов России, Европы и мира. Лучший заявленный результат в толчке по длинному циклу – 85 подъемов. И на шестом помосте выступает кандидат мастера спорта Черков Леонид, Калужская область. Спортсмен 2003 года рождения, собственный вес 108 килограммов 400 граммов. Леонид тренируется под руководством Владимира Анатольевича Гурова. Он является призером чемпионата Калужской области 2022 года. Лучший заявленный результат в толчке по длинному циклу – 82 подъема. Прошло 5 минут. Я напомню, что в толчке по длинному циклу в весовой категории 85+, обладателем официального рекорда России является Николай Кичимаев, город Санкт-Петербург. Официальный рекорд России составляет 96 подъемов. Обладателем неофициального наивысшего достижения является Сергей Балабанов, Ростовская область, выступает на четвертом помосте. Наивысшее неофициальное достижение составляет 103 подъема. Я напомню, что финал чемпионата России по гиревому спорту, как и все официальные соревнования Всероссийской Федерации гиревого спорта, проходят на снарядах производства Верхнеуральского завода «Уральская гиря», генерального партнера и спонсора Всероссийской Федерации гиревого спорта. Внимание! Подготовиться к церемонии награждения. Рысник Сергей, Самочернов Иван, Чуев Павел. Повторяю, подготовиться к церемонии награждения. Рысник Сергей, Самочернов Иван, Чуев Павел. Осталось 3 минуты. Третий помощник фиксации, судья. Осталось 2 минуты.
Пошла последняя минута. Осталось 30 секунд. Десять секунд. Пять, четыре, три, две, одна. Стоп! Спортсмены закончили выполнение упражнения. В чемпионате России по деревому спорту среди мужчин и женщин в толчке по длинному циклу. Весовая категория 85+. За третье место награждается Шевелев Дмитрий, Новосибирская область. За второе место награждается Балабанов Сергей, Ростовская область. И за первое место награждается Кулаков Иван, Рязанская область. Также награждается тренер победителя Игорь Шматов,